Самый простой способ в Германии получить безлимитный интернет – это заказать карточку под названием компании вот такой вот Freenet. Делается это все просто. Ну, не могу сказать, что быстро, но довольно-таки просто. Идем на их официальный сайт freenetinternet.de. Вот он, собственно говоря. Быстро регистрируемся, заполняем все данные, скачиваем приложение Freenet Internet. Вот здесь вот на их сайте даже есть ссылочки App Store и Google Play. Далее в приложении заходим по своим личным данным, логину и паролю. Через некоторое время, ну, в моем случае это заняло, наверное, неделю. Приходит по почте конвертик с такой вот сим-картой. Вставляем ее в телефон. Активируем, платим 35 евро и наслаждаемся интернетом.